Отстраиваем линию корпуса, стопы врастаем в пол, ноги параллельны друг другу, пальчики могут быть немножко вовнутрь, активируем ноги, квадрицепсы. По линии корпуса отстраиваемся без прогибов, вытягиваемся. Живот подтянут, вдох вверх, на выдохе расставляем руки широко и уходим в скручивание в левую сторону, чтобы видно было, как все работает. Ушли в левую и правое бедро довернули назад. Вы работаете только верхней частью. Бедра стоят в одной линии, ноги вросли в пол, только верхняя часть ваша крутится. Через вдох, центр, выдох, другая сторона. Скручиваемся, с каждым выдохом доворачиваемся все больше. Вдох, руки вверх. На выдохе уходим уттанасана, складываемся. На вдохе переводим взгляд вперед, ардха уттанасана, ставим руки в пол, шагаем планка. Кому надо, с колени чатуранга, либо же чатуранга полная. Задерживаемся. Вдох урдва мука или кобра. Ноги сильные, дотягиваем. Кто хочет высокую кобру, просто бедра положите на пол. И выдыхаем. Адха Мукха Свонасана. Не забываем, что плечи не зажимаем, лопатки не зажимаем. Плечи ведем назад. Переводим взгляд вперед. Шаг-прыжок на начало коврика. Вдох, потянулись. Выдох, сложились. Вдох, встаем. Выдох, руки вниз. Еще раз вдох, потянулись. На выдохе вы складываетесь. На вдохе вытянулись вперед наполовину. Можно от ног, можно от коврика, если достаете. И здесь прыжок назад. Можно отходить немножко от рук, чтобы правильно прыгать. Выдох чатуранга, вдох урдва мука через чатурангу. Выдох адха Мукха Свонасана. Правая нога идет вверх, правое колено к груди, планка, выдох. Поставили ногу вперед, левую пятку положили в пол, встаем, вира вторая. Отсюда на вдохе выпрямляем правую ногу вверх, вдох, выдох, просаживаемся, ноги сильные. Вдох еще раз вверх, выдох, вира вторая, вдох вверх, выдох вира. И отсюда выдох, мирный воин. Можно руку положить за голову, слегка задержаться. На выдохе Пурсваканасана, локоть, колено, правая сторона, левая вытягивается. Опять выдох, мирный, вдох, центр, выдох, ладошка к стопе. Грудь не перекрываем, вдох, центр, выдох, мирный, вдох и выдох Пурсваканасана. Здесь задерживаемся, опускаемся вниз, ногу на носок, разворачиваем стопы на внешние края и уходим в боковую планку. Нижнее левое колено можно поставить в пол, кому тяжело удерживать, бедра высоко. Махи 2, 3, 4, 5, 6, 7, не забывайте дышать, 8. 9, ноги сильные, 10, и переходим в планку, правая рука вперед, не ставим ее, затем правую руку под левую, раз, 2, 3, 4, 5, выдох, 6, еще несколько раз выдох, и еще выдох, и еще один раз выдох, поставили планка, выдох чатуранга, вдох вверх, выдох назад. Можно через чатурангу, если не устали. Немножечко передохнем, живот подтянут. Ноги сильные, толкаем пол, спина прямая, левая нога вверх, поехали. Левая нога, колено к груди, шагаем вперед, поставили. Правая пятка в пол, развернули, корпус поднялись, вира вторая. Выпрямляем левое колено, вдох. Выдох, просели. Выдох, еще раз просели. На вдохе разогнули. Выдох, согнули колено. И пошли мирный воин. Наклон назад.
Вдох, центр, на выдохе локоть, колено. Правая сторона тянется от стопы до руки. Вдох, центр, выдох, наклон назад. Вдох, центр, выдох. Низ, вдох, выдох, назад. Вдох, центр, выдох, низ, центр. Ногами поднимаемся, выдох, центр и выдох вперед. Задерживаемся, укладываем руки в пол и уходим в планку. Боковая планка, левая нога сверху, может быть чуть впереди. Раз, два, три махи, четыре, пять. Дышите. Семь, восемь, девять, десять. Переводим руку левую вперед, не ставя на коврик. И поехали под правую. Два, три, четыре, пять, шесть. Дыхание. Восемь, девять, десять. Четуранга. Вдох вверх. Выдох, уходим назад. Адха Мукха Шванасана. Заслуженный отдых. Дыхание глубокое, живот подтянут. Пальцы рук широко расставлены. Переводим взгляд вперед, опускаем колени, но не касаемся коврика и просто их удерживаем. Если хотите, можно их развести в стороны на счет. Это добавит дополнительную нагрузку на пресс. Вы можете делать, можете не делать. Как чувствуете? Выдох. Вперед. На вдохе. Ардха Уттанасана. Выдох. Уттанасана. Вдох. Поднимаемся вверх. Выдох. Руки через стороны. Подтягиваем правое колено к себе. Выравниваем спину. Ноги сильные. Выпрямили. Руки вверх. Выдох, шагаем назад. Переводим вес тела вперед. Шагаем вперед. Опять подсогнули с контролем. Выпад, выдох. Вес вперед, правую ногу вперед. Выпрямляем, не забываем выпрямлять. Если сложно, можете согнутое оставить. Выдох назад. Вдох вперед, выдох, выпрямить ногу. Выдох назад. Вдох вперед. Выдох выпрямить. Оставляем выпрямленную. Задерживаемся. Держим. Несколько секунд. Опускаем. Вира третья. Обе ноги активные. И здесь приседать будем левой коленкой. Левой ногой. Два. Три выдох, четыре, пять, шесть, поставили. Вдох руки вверх, на выдохе уходим. Планка, четуранга, урдва мука, плечи не забываем, адха мука. Прыгаем на начало коврика, либо подходим, вытягиваемся, складываемся, выдох, складываемся, вдох, мы встаем, выдох, руки к груди. Левая нога, подтягиваем к себе, делаем вдох, выпрямляем спину, выпрямляем левую ногу, руки вверх, начинаем шагать, выпад, вдох. Выдох, выпрямляем. Снова выпад. Сильные ноги, силой ног толкайтесь. Вдох, выдох, выпрямили. Выгибаем. Выпад, выдох. Переводим вперед, вдох. Ножку вперед, выпрямили. И еще выдох. Выпад, вес вперед, нога вперед, выдох,
Задерживаем ногу. Дышим. Спина прямая. Уводим левую ногу назад. Вира, третья, бедра в одной линии, ноги активные. И приседаем на правой ноге. Выдох. Выдыхаем. Еще. Выдох. Выдох. Приседаем. Выдох. Левая нога сильно. Выдох. И шагаем назад. Выпад. Планка. Выдох. Четуранга. Вдох. Урдва мука. Выдох. Ата мука шванасана. Отсюда уходим руками назад к ногам. Захват за большие пальцы ног, средним и указательным изнутри. Подсогнули колени, сложились бедра, вдохнули, вытянули линию корпуса. На выдохе сложились, подтягиваем себя ближе к ногам. С каждым выдохом стараемся немного выпрямить ноги. Заканчиваем на вдохе, переводим взгляд вперед, переходим руками вперед и начинаем допрыгивать ногами, плавно, постепенно переводя вес на руки. Это тренирует как руки, так и мышцы пресса. Переход, чтобы вес переходил на руки. Это помогает потом во всех балансах. Даже если это выглядит смешно или не получается вначале, просто пробуйте. Это достаточно сильное упражнение. Вдох, переводим взгляд вперед. На выдохе сложились. На вдохе поднялись. На выдохе опустили руки к груди. Вдох вверх. Выдох вниз. На половину вдох. Либо шаг-прыжок четуранга, уртва, через четурангу ада. Правая нога вверх, правая нога с контролем шагает вперед, поставили. Вдох, высокий выпад, выдох, мира вторая. И отсюда потянулись. Вперед не наклонились, а потянулись вперед. И руками тянемся вот в таком небольшом наклоне. И на выдохе неверный воин. Выпрямляем правую ногу. И будем уводить правую руку на правую ногу в триконасану. Задняя левая нога, пальчики вовнутрь. Мы не столько складываемся здесь, сколько вытягиваемся. Правая нижняя рука параллельно полу, левая тоже уходит в наклон, мышцы пресса. И триконасана с опорой. У кого-то получится руку на ногу поставить, у кого-то в пол. Смотрите, чтобы вы не пережимали нижнее правое, правый нижний бок. И растягивались между лопатками. На выдохе опускаемся. Здесь надо перейти на внешний край стопы и уложить ногу, руки расставить пошире и несколько отжиманий. Выдох. Раз, два, три. Левое колено можно поставить в пол. Четыре, пять. И отсюда руки приближаем. Правую ножку вверх, назад. Правую за левую пятку. Четуранга. Урдва мука, ноги сильные, ада мука, расплелись. Глубокий вдох, медленный выдох. Левая нога вверх, левой ногой шагаем вперед с контролем. Высокий выпад, разворот, вира вторая, пятку задней ноги поставили, руки развели и наклон вперед. Не столько складывайтесь, сколько вытягивайтесь в левую сторону, включая мышцы пресса. Отсюда мирный назад. Выпрямили левую ногу. И уходим триконасану. Но рука не опускается на ногу.
здесь работаем с мышцами спины, с мышцами живота. Поэтому левой рукой тянемся вперед параллельно полу. Правой тоже тянемся вперед. И уже далее триконасана. Кто-то на ногу опустится, кто-то в пол. Смотрите, чтобы вы не закрывали правое верхнее бедро. Наоборот, его надо назад, левое чуть вперед. Между руками растягиваемся, по возможности взгляд на верхнюю руку. Ноги сильные. Выдох. Выходим. Ставим левую ногу на внешний край стопы и вводим вправо. Руки расставляем под шире. Отжимаемся. 3, 4, 5. И выходим. Левой ногой вверх. Левую ногу за правую, за пятку. Четверанка. Вдох вверх. Выдох. Адха Мукха. Раскрутились. Адха Мукха Шванасана. Восстанавливаем дыхание. Вдох, выдох. Правая нога вверх. Согнули колено. Колено потянулись в потолок. Правое колено к правой подмышке опустили к запястью. Перешли к левому запястью. Подняли. Опять опустили. Опять подняли. Попробуйте, может быть, работать изначально по центру. Ритм очень быстрый для тех, кто знает. Прыжком можно поменять ноги, можно просто поменять. И опять левая к левой подмышке вниз, правая вверх, вниз, вниз, вверх. Можно просто по центру делать вверх, вниз. Опять прыжком поменяли ноги. Остановились в Адха Мукха Шванасане. Прыжок вперед, садимся. И опускаемся на спину, округляем спину, чтобы каждый позвоночек уложить, опустились. Можно потянуться, но это еще не все. Подкручиваемся, ноги вверх, правая нога вниз, левая нога вниз, поменяли. Обе вверх, обе вниз, удерживаем. Руки выпрямили над головой, держимся. И на вас, и на подъем вверх, выдох. Отсюда ноги скрестили и приподнимаем либо пятую точку, либо всю конструкцию. Снова укладываемся в пол. Руки за себя, ноги вверх. Подкручиваемся. Правая вниз. Правый локоть, левое колено. Удерживаем скрутку. Поменяли ноги. Левый локоть, правое колено, удерживаем скрутку. Нижняя нога у вас не лежит на полу, она не висает над полом. Обе вверх, обе вниз. Руки выпрямить, навасана. Держимся. Дышим. Ноги скрестили и поднимаем либо пятую точку, либо все вместе. Бедра делим пополам, вот там должны стоять руки. Не слишком позади, не слишком впереди. Падаконасана. Стопы можно дальше от себя, если вы чувствуете, что спина не выпрямляется. Поставьте стопы чуть-чуть дальше и выровняйтесь в спине. Спина — это самое важное. На выдохе опускаемся и пытаемся все это продышать. Все, что растягивается, прям направьте дыхание туда, продышите. Вдох вверх, выдох, выходим. И укладываемся на спину, руки разведены в стороны. Ноги, колени к себе, скрутки плечи приклеены к полу. Выдох, ноги вправо, голова влево, вдох, центр. Выдох, ноги влево, голова вправо. Вдох, центр, можно продолжать согнутыми коленями. Для тех, кто решил уже продержаться до конца, выпрямляем ноги, включаем мышцы пресса, стараемся не сильно скакать спиной от пола, то есть прижимаем ее туда, и по вдохам, выдохам ориентируемся, делаем скрутки. Вдох, выдох. Вдох, центр, выдох, другая сторона. И медленно ноги на счет 8 опускаем вниз.
Шавасана. Глубокое расслабление. Руки открыты ладошками вверх. Делаем глубокий вдох, медленный выдох. И чтобы глубже расслабиться, возвращаемся к счету своего дыхания. Каждый выдох в два раза длиннее, чем вдох. Если сейчас дыхание на счет 3, выдох на счет 6. И пробуем это удлинить. Вдох на счет 4, выдох 8, может быть 5 и 10. Это помогает обратить внимание на дыхание и дать как всему организму, так и нервной системе перезагрузиться, восстановиться и наполниться здоровьем. Намасте.